О, ничего себе! Зансайд! Круто! Прикольно. Это стример такой крутой. Ни разу с ним еще не играл. Блин, слабая рука на самом деле. Ну, вот это лучше. Вот это оставляем. Паргели он с такой рукой, я думаю, уходит. Поехали. Вот сис пойдет. А, следы из хлебных крошек. Реанимации же у него нету в деке. Мейхем Девил, наверное, уходит. Ну да, и мы его Ванишен Версом, кстати, не можем прибить. Следы из хлебных крошек-то мы можем убить Ванишен Версом. Например. Это Харвестер. Так, Паргели он ушел. Блин, ничего у него, какая тема есть. Он вот этой фигней может вернуть Мейхем Девила. По идее, мы хотим сдать стичера, но на самом деле нет. Мы хотим Deadly Dispute'ом его. От Deadly Dispute'ить. Следы из хлебных крошек, окей. Ну, понятно, сейчас добор карточек пойдет. Так, есть Can't Stay Away, то есть нас вполне удовлетворит Грисфэнк и на кладбище. Но его пока там нету. Ох, ну оппонент тут непростой у нас. Фейбл. Какие у нас варианты? Мы можем прибить ему нафиг фейбл на самом деле. Поставить вот этого пацана. Хороших целей у нас особо не будет больше. Чтоб он ну, меньше value получал вот с этой штуки. Сокровище мы не хотим тратить, потому что оно пока что нам дает возможность играть Can't Stay Away. А, ну, Vantage у нас есть. На самом деле.
Наверное, я хочу ему остановить генерацию сокровищ. Когда печка? Кашкатура. Это чуть увеличить, ускоряет счетчик. Не, мы сейчас не хотим Can't Stay Away играть, у нас нету возможности, ну, у нас нету на столе чего-то, что сбрасывает Грисфенга, мы его на руку хотим поднять. Блин, Mayhem Devil. Но совсем не остается времени. Не, Харвестера я не хочу жертвовать. Мы им можем Mayhem Devil убить. Соперник призадумался. Ну, у него не сильно много ресурсов по мане, чтобы там что-то проделать. Mayhem Devil он поставит, мы, очевидно, его тут же заберем Харвестером. Нам больше Харвестер на столе вообще нафиг не нужен. Ага, мана есть еще одна. То есть у него всегда, он все время сейчас висит в опасности, что... А, он нам пристрелит сейчас Харвестера. Что мы достанем все-таки Грисфенга на стол. Окей, прибил Харвестера. Так, избавляемся от этого. О, есть контакт. Там маны не осталось. Мы еще не выиграли на самом деле. Ничего мы там с тапдека земель-то смилили, просто жесть. Сможет он 7 урона с Mayhem Devil сейчас сделать, интересно? Ну, типа, кошка это раз, два, три. Три урона он делает. Нет, это кошка это раз, два.
А, ну из кошки 3, да. Кошка делает 3 урона. Ему еще 4 урона где-то надо найти. В теории с 5 маны он это может проделать. Да, дела. Причем он одну ману потратит и доберет карточку с следов от хлебных крошек. Ну, по земле он явно не проходит, там ангелы вообще все держат. Корвальда разве что влепит, но Корвальд сразу в атаку не идет. Если кто, товарищи, не знает, кто такой Зансай, профессиональный игрок в МТГ, стример. На протурах в картонную магию играл. Очень сильный оппонент. Сыграть с таким уже круто. Ну, то есть, вон, все отведенное время использует для анализа. Потому что так-то мы еще далеко не выиграли. У нас очень мало жизней. В атаку кошка. Что он хочет атакой кошкой сделать? Ну, это не просто так. То есть он хочет, чтобы мы... Не, ну, если мы просто блокируем кошку... Ну, ничего же не произойдет. Так, если мы стичи раздадим под эту кошку... Так, может быть у него там этот на руке? Нидхук Мессакар. Короче, саплайер. Ну да, вот. Нормально, встали в блок, потому что то же самое он мог сделать и без атаки. Окей, эта атака была, ну, типа на шару проканает, не проканает, наверное. Да, сейчас он попытается что-то тапдекнуть. То есть дьявол пошел уже все от нас расстреливать. И, видимо, оппонент... видимо, на руке решения не было. Ну, пошел кошкой в атаку, на, ну, типа, может быть, проканает дойти. Не проканало, мы правильно стали в блок. То есть что значит мы ставили правильно в блок? На столе ничего не поменялось. Он ровно все, что сейчас сделает, мог проделать и без атаки кошкой. То есть мы не изменили ничего на столе, и в этом плане мы не сделали хуже. Блок ангелом уменьшает количество жизней ангелу до 3. И в этом плане на столе происходит изменение. Он уже может, например, сыграть Нидхук Мессакар. Еще одна котопечка. Но ну, это еще один цикл, но кажется, это все. Так, ну ему же не должно хватить. А, ему ровно хватает, блин. Да ладно. Какой капец. А мы могли его убить вообще? Вот если бы вот это вот не сделали. Типа ангелы наносят 8. И две кричи он блокирует. Не, мы его не убивали.
Блин. Ладно, good game. Надо зайти к нему сейчас. На стрим написать что-нибудь.